Привет, мои дорогие, это Woodstorm, и я, Антон Романов, покажу, что делать с черным рисом. Я понимаю, не каждый день вы кушаете черный рис, но если вы уже на него нарвались, то вот вам. Черный рис достаточно промыть один раз, чтобы просто избавиться от грязи, так как он не теряет крахмал при промывке. Этот рис называется акватикой. Сперва я всегда немного сушу рис на среднем огне, где-то 150 градусов, 3-4 минуты. Не пугайтесь, что кастрюля красится, она легко отмоется. Сегодня готовлю рис на курином бульоне. Один стакан риса к 2 стаканам бульона и 0,5 стакана белого вина для легкой кислинки. Особенно хорошо добавлять вино, если рис будет гарниром к морепродуктам. Закипело, опускаем огонь до 80 градусов. Закрываем крышкой и оставляем на 40 минут. Вуаля, рис готов. Мог бы на этом и остановиться. Но вот вам одна идея для подачи. Возьмем маленькую соусницу или можно воспользоваться маленькой кофейной чашечкой. Смазываем ее маслом изнутри, утрамбовываем рис и резким движением переворачиваем на тарелку. Если соусница слишком глубокая, то может не получиться и часть риса останется в ней, а другая небрежно выпадет на тарелку. Еще не переборщите с рисом, он не должен быть выше краев, а то во время выкладки на тарелку рис будет первым касаться тарелки и еще сильнее прижиматься к соуснице. Немного дорублю листьев тимьяна. Это для тех, кто просто рис есть не может. Тыкните лайк, подпишитесь и занимайтесь едой. Это был Foodstorm, и я Антон Романов. Пока!